Полотна Ирины Нестерковой известна не только на территории Лабинского района. Художница участвует в зональных, региональных выставках, демонстрирует работы жителям Южного федерального округа, а в конце прошлого года две картины были представлены на престижной московской выставке в Центральном доме художников. Одна из них называется «Крыши», и ее можно увидеть теперь в Лабинске. Поздравить Ирину Нестеркову с открытием персональной выставки пришли не только ценители живописи, но и ее коллеги, которые отметили профессиональный рост мастера. Выросла она очень сильно. Мы с ней вот и в Гурзуфе были на, там самом, на этюдах. Мы общаемся довольно плотно. Наверное, каждый месяц видимся, потому что живем недалеко друг от друга. Поэтому я рад за нее. Рад за нее. И теперь уже учусь кое-чему у нее. Но мы все друг у друга учимся. Открытие персональной выставки – события в культурной жизни Лабинского района. Игорь Чигаев видит в таких мероприятиях приобщение жителей к искусству и, как следствие, повышение культуры поведения. И наши художники уже вносят вклад в эстетическое воспитание. Это когда ты занимаешься работой от чистого сердца, вкладываешься в нее полностью, тогда есть результат. Судя по качеству, по такой изюминке, по-настоящему такому хорошему творчеству тех картин, которые я вижу, и их, вы занимаетесь именно так, вы вкладываете туда не только свой профессионализм, но и душу. Но я хочу вас поблагодарить за это творчество. Там, где есть культура, там, где есть память к истории, там, где уважение к этим всем направлениям, там тогда и люди более воспитанные. Ирина Нестеркова, член Союза художников России и Кубани, представители Армавирского отделения, высоко ценят ее творчество. Хочется, Ирина Анатольевна, от всех художников поздравить с этой выставкой. Она одна из лучших наших выставок, вот я не покривлю душой, одна из лучших выставок нашей организации. И сегодня я вижу, что и администрация района, города уделяет этому большое внимание. Вокруг искусства вообще собираются самые лучшие люди, просыпаются самые лучшие чувства в людях. И я счастлива тем, что вокруг меня такие люди, что они обогащают меня своей энергией, советами. Выставка Ирины Нестерковой будет работать в Лабинском выставочном зале до июня. Участие в выставке – это уже смелый поступок. Персональная выставка – это подвиг во всех смыслах слова. Пожалуйста, вот это наша надежда, надежда мировая, наше умиление и наша вера. Счастье и трудолюбие и успеха этому человеку. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».